Соревнования «Манжосовская лыжня» – одна из старейших традиций в московском регионе. Впервые они были проведены в 1969 году. С тех пор каждый год лучшие лыжники, профессионалы и любители собираются в Одинцовском районе. В атмосфере всеобщего праздника на старт выходит около 1000 почитателей этого вида спорта в возрасте от 2 до 90 лет. В этом году число участников забега составило 883 человека, из которых 253 женщины и 630 мужчин. Участие в первом забеге решили принять коллективы администрации – как районной, так и городских и сельских поселений. Таким образом, чиновники пропагандируют здоровый образ жизни. Мы тоже решили принять участие в этой гонке вместе со своими коллегами из администрации поселения, администрации района. Дался тяжело, видите, запыхался, пробежал несколько километров вместе со всеми. Все вы знаете, что я заядлый хоккеист, но буквально со школы вместе с папой, с родителями мы также традиционно участвовали в массовых забегах, в эстафетах. Тогда это были детские и юношеские школы, которые нас выставляли на такие мероприятия. И слава богу, что тогда научился кататься на лыжах и коньковым ходом, потому что сегодня это очень помогло. Когда чиновники выходят на такие мероприятия, они своим примером пропагандируют здоровый образ жизни. Что мы сегодня и делаем. Всем участникам соревнований я традиционно желаю спортивного везения, удачи, каких-то новых достижений и, конечно, громких, ярких побед. По традиции пожелания успехов в адрес участников звучат от многочисленных почетных гостей мероприятия. Добрые слова напутствия произнесла и Лариса Лазутина, герой России и пятикратная олимпийская чемпионка, чье имя носит спортивный парк отдыха. Я очень рада тому, что манжусовская гонка состоялась. Посмотрите, сколько пришло любителей спорта. За них очень рада, потому что действительно у нас зима, и невзирая на все любые погодные условия, глава, администрация района приложила все усилия, и город, конечно, для того, чтобы эта трасса состоялась. Всем огромное спасибо, всем здоровья, счастья, благополучия. Как всегда, забеги проходили в различных возрастных категориях. Неудивительно, что среди участников в самой младшей группе оказались дети, чьи родители посвятили свою жизнь именно лыжному спорту. Я давно на лыжах занималась. Мне очень понравилось на лыжах заниматься. Я люблю на лыжах кататься, потому что мама с папой лыжники. Спортивный праздник из года в год привлекает все большее количество участников не только из нашего района, но и москвичей. Те, кто в свободное время любит приезжать на Лазутинку, чтобы с пользой провести время. Очень нравится, приезжаю достаточно часто. Вот первый раз решил поучаствовать в манжосовской гонке. Основное же внимание было приковано к главному масс-старту, победителем которого стал член сборной России по лыжным гонкам Николай Марилов. Внимательно следил за гонкой, вручал призы и тренер сборной команды России Михаил Девятьяров. Призовые сертификаты в гонке составили 10, 7 и 5 тысяч рублей. Главным спонсором манжосовской лыжни 2016 стал один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды. По окончанию соревнования победители получили заслуженные награды, а все участники – памятные сувениры. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».